приветики! И сегодня я хочу с моей лялькой рассказать, сколько мне лет, как меня зовут и все. И про нее тоже. Затем. А сегодня я сейчас, точнее, иди ко мне, моя лялька. Меня зовут Настя, моя фамилия Романенко, и мне 10 лет. Родилась я 12 месяца, родилась я в декабре 3 декабря. Вот. Поэтому вы знаете, когда у меня дыры. Лаки, у тебя есть игрушка. Иди ко мне. Солнце мое, иди ко мне. А, она тапок нашла. Ну ладно, пусть играет с ним. Лаки у нас уже живет 14 дней, точнее 2 недели ровно. Как-то, знаете, поначалу было с ней сложновастенько. Но потом, знаете, я как-то привыкла, то, что надо убрать какашки, надо убрать писюльки, то, что она написала, но потом я ее приучила на пеленочку, но на пеленочку она, конечно, ходит, но на пол она тоже еще ходит, но пеленка у нас все время лежит, а писюльки, капульки, как она только накакает, я сразу убираю. Лаки, угомонись. А она у нас... По собачьей ей уже исполнилось 2 годика. По-нашему, сегодня ей исполнилось 3 месяца. Она родилась 3... Она родилась 19 апреля. Ей сегодня 3 месяца. Это и девочки. Лаки, угомонись. Лаки. Иди сюда. Я не думала, что будет все так вот прям. То, что надо будет ей все покупать. То, что она будет такая дорогая. Ну, то есть она дорогая. Ну, во-первых, то, что она стоила, да, 5000. Ну, и все такое вот. Она дорогая. Точнее, но собаки не все такие дорогие. Почему? Потому что надо купить поводок, шлейку, ошейник. Ошейник такой, обычный ошейник. Все лекарства, все прививочки, там игрушечки, пеленочка обязательно. Шлейку у нас уже 3. Поводков у нас уже 2. Это ужас. Надо купить рулетку обязательно ей. Лаки. Иди сюда. Понятно? У нее же тапок. Я забыла, что я вам говорила. Шампуньки стоят от 50, самые плохие. До 1000 рублей. Ой, боже мой. Расчесочки все стоят нормально денег. Не знаю, если честно, как сказать, но... Всё это... Иди сюда. И плохо. Тебе плохо, зайчик мой. Надо с ней гулять. Гулять утром я как-то мне... Поначалу, конечно, я быстро вставала. Быстрее кушала, быстрее переодевалась, быстрее, да все. Быстрее бежать. А сейчас, знаю, ну, это первые 2 дня. А сейчас, знаете, как-то мне лень с ней ходить гулять. Утром, днем, вечером. Как-то на улицу, ну, ходить, ну, вообще. Типа, тем более у нас шли 2 недели.
ну, неделю шли очень сильные дожди, очень сильные. То есть, если везде вот так вот воды, то у нас было вот так вот воды. Поэтому, конечно же, мы не ходили гулять ни утром, ни днем, ни вечером. А, вообще, мы сейчас уже вышли сначала во двор, когда первые дни вообще не гуляла. То есть ко мне и сразу домой. Она знает, где дверь, все, сразу домой. Ну ничего. Лаки. Да. То не надо провода, мне тут грызть. Вот. Она привыкла к двору, она там писала, она там какала, то есть сама без меня вышла, покакала, пописала, зашла домой. Зашла в кухню и спит, ест, не знаю, все что угодно. А потом, ну, 2-3 дня назад, нет, даже 4 дня назад, наверное, нет, даже 5 дней назад мы с ней вышли на улицу. И она от меня убежала. Я как бы, она сейчас убежит. Я же не привыкла, знаете, без поводка, без шлейки. Только ошейничек такой был. Я забоялась, потому что она только возле меня. И домой. А то она убежала. И у нас, ну, тут наша территория еще есть на улице. Вот, и она там бегала, игралась со мной, кусалась, гавкала, бегала, прыгала, пописала и покакала. Супер. Честно сказать, правда, супер. Вот. Ну, сейчас мы только приучились к ошейнику, то есть не к ошейнику, а к поводочку. Теперь она ходит нормально, все, то есть ее не надо вот так вот идти. Пошли, пожалуйста. Надо тянуть, знаете. Лаки, иди ко мне. Вот такой у нас глюзов. Иди, подожди, стой. Мячик твой подождет. Никуда не убежит. Ты еще сможешь по... Так. Когда она больно очень кусается, ребят, не давайте повода, чтобы она дальше вас кусала. Она очень нас больно кусает, но не до крови, но больно. Ты вот знаете, когда прищемляешь, то очень больно, да? Так она также нам делает, так угомонилась, так вот тут бешится. Вот просто вы ей даете, когда она гавкает на вас, так угомонилась, я сказала. Так, ч. Погладьте, если так она бешится. Прижмите к себе и погладьте. Если она гавкает, то давайте вот в эту часть. Ни в коем случае по голове нельзя. Вот сюда можно, конечно, чтобы она закрыла, ну, ротик. Нельзя. Оп, хоп, закрыла. А так, если она вас сильно больно кусает, хобана. Только я показала, а вы уже бейте. Потому что она привыкнет, она будет все время вас есть. Кусать. Потом у нее зубки будут еще больше, и до крови вас все время будет кусать. Если вы с мальства ее не приучите. Да. Где моя девочка? Вот моя девочка, где моя солнышко? Вот моя солнышко. Едем сегодня в автобусе. Ну ладно, ушла. Едем мы сегодня в автобусе, потому что я привыкла, она вот так вот прижмется ко мне. Ну не зайди, вот так вот сожмется. Сидит, скулит этот ребенок. А сейчас начала меня все есть. Я говорю, да ешь меня уже, ну просто чтоб покусала ты, бедушка. Я ж не могу ударить ее. Там люди много. А в автобусе. Она все дни меня кусала, но чтобы только не гавкала.